$10 книжка. Тема очень интересная. Предоставляется слово Татьяне Ананич. Пожалуйста, Татьяна. Ваше слово. Я начну сразу, наверное, это сборник стихотворений. И как ракушка, выброшенная морем на сушу, неизменно храню в себе твою душу, вымеряя культурный шум и барьер, раковины ушной я, как лагиньер, свои лучшие мысли на берег твой посылаю. Что сама ловлю, что теряю, нет нужды кричать «Ау» или «Сос». Мой стенающий аулос запускает звуковой осмос сквозь мембрану ушную в разряженный космос. Полголоса, но будто бы крича, на цыпочках, но будто бы галопом, осмысленно, но будто сгоряча, поодиночке, но как будто скопом, да много еще как со стороны. Мы видимся, об этом не желаю судить, и нету в том моей вины, что замолчав, я как бы продолжаю. На ощупь, но как будто наперед, все знаю, но как будто отрицая, в надежде, а скорее наоборот, в безверии, и за это порицая самих себя, мы переходим вброд. Путь под названием «Жизнь», что означает, мы на мели, но созерцание дна нас не смущает, а приободряет. Это стихотворение, оно довольно автобиографичное, я родилась в Смоленске, и оно посвящено моему городу. Эпиграф здесь слова Сальвадора Квазима, да? «Я взываю к твоей памяти, огненная герань, на стене, испещренной пулями пулемета». Я когда-то жила в том маленьком городе, где зима держит местных жителей в холоде, где родильный дом во все окна глядит на кладбище, где воздвигнут храм был на месте капища, там приют едва огражден от притона местного, академик ночами не спит от соседства тесного с вечным пьяницей и дебоширом. Изваяние, некогда звавшееся там трактиром, горожанам служит теперь авиром, не то на правах гражданина, не то сожителем, не то путником, не то здешним жителем, округленным никто, в собственном доме точно в гостях, разуверовав в Бога и в свое отчество, я жила на лоне нехитрого зодчества, отстроенного на костях. В доме намерцать осень, если быть точной, где немаловод по трубе водосточной утекло в самом центре конструкции его блочной. Я когда-то жила. Перед домом растущая вертикаль стройки заслоняет небо горизонты постройки. Только слева подобием портового мола глаз мозолит средняя школа номер 6, если быть точной, в дальновидности ее внеурочной. Где-то там из-за парт, за дождливым окном кабинета литературы, треугольные крыши, дубы да куры, пешеходов, промокших в плащах фигуры, поднимаются будто на панораме, импрессионизмом в прогнившей раме, а-ля Децварт. Следом иллюзии нерушимой империи, грифоны, лепные карнизы, львы, кафетерии, памятник Ленину, здание мэрии, сталинский ампир. Над развеянным пеплом, прахом, порохом воздымаются плиты под жухлым ворохом, имена умерщвленных серпом и молохом, рядом с надписью «Миру мир». Храм Святого Зачатия, Девы Марии, точно вырванный из утробы Умбрии, был когда-то набит по периферии, там архивами НКВД. Стены нынешнего РВД, это в прошлом застенки гестапо, по весне пьянит воздух, там точно графа, ароматами каркаде. Где-то там за рекой, за кустами черемухи и черноплодки, в башне крепостной музей водки, и пошатываются на волнах лодки, внушая покой, время бродит на солоде. Я когда-то жила в том маленьком городе, где численность населения по последней замете суточной рождаемости равна на планете. Сочинения в школах пишут дети о лучшем городе, герои на свете. Там мотает ветер на веревках белье, в подворотне клацает стаканом жулье, продает лоточник свое малье, все былье.
Я проснусь от тряски точно нарочной. Поезда номер 5, если быть точной. В темноте купе его полуночный, где-то там из-за плит пробежит робкий свет и по коже холод. Из окна на меня смотрит маленький город и молчит. Старый вокзал, часы, телефонная будка. Рядом с ней в вазоне цветет незабудка. В привокзальном кафе под названием «Минутка» пахнет хлеб, как во Франции. Разворачивается последний трамвай кольцом. Кто-то сверху храпит, свесив руку с кольцом. Я уткнусь в подушку своим лицом. Мне до другой станции. Его книги. «Утопия», да, всем известная книга. Естественно, Томас Мор в прозе писал о неком утопическом острове, да, якобы о каком-то государстве идеальном, которого не существует. У меня стихи, естественно, и противопоставлением является то, что я как антиутопист, наверное, дистопист, не верю в возможность существования такого государства. 30 часу выступить. Аня Немировская, она расскажет вам о Шекспире.